Юрий Новиков работал в скорой помощи, понимает, насколько важно заботиться о своем здоровье и делать это вовремя. Прививку от коронавируса сделал год назад. Сейчас пришло время ревакцинироваться. Вообще у меня никогда не было сомнений никаких. Тем более сейчас этот ковид, лучше от него вакцинироваться. Я говорю, что это надо. Вы сами должны понимать. Все-таки взрослые люди. Но, как оказалось, понимают эту необходимость не все. Несмотря на большое количество желающих сделать прививку от недуга, уровень вакцинации от COVID-19 в регионе еще не достиг планового. Сейчас привито немногим больше половины жителей губернии. Повторную вакцинацию прошли 45,7% от плана. За прошедшую неделю прививку от коронавируса сделали 12 тысяч человек. Это меньше, чем недели ранее. Работа идет в круглосуточном режиме, включая субботу, воскресенье, включая праздничные дни, для того, чтобы у всех была возможность посетить наш круглосуточный кабинет. Вопрос по ревакцинации стоит очень остро, очень актуально, потому что по многим регионам сейчас звучит информация, что снижается коллективный иммунитет. Мы никоим образом не должны этого допустить, с учетом той ситуации эпидемиологической, которая есть на сегодняшний день. Мы не знаем, как поведет себя вирус SARS-CoV-2, сколько еще штаммов будет, и поэтому поддержание и увеличение коллективного иммунитета является очень и очень важной задачей. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. В то же время продолжается прививочная кампания от гриппа. Показатели по ней доходят до 76%. Областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции поручил в самое ближайшее время наладить в регионе работу по активизации темпов вакцинации. Светлана Кудрявцева, Мария Левина. События.